Привет всем дезинсекторам! Это видео будет в основном для вас. Я хочу здесь поделиться немного своим опытом. На протяжении многих лет обработок от клещей я столкнулся с такой проблемой, как жжение лица. То есть после обработок очень сильно щипит лицо, нос, рот. Я тоже долгое время не мог понять, почему это. Я некоторое время работал просто в респираторе Дремовском. Первое время, не одев очки, я просто хотел засунуть голову в холодильник о том, как сильно щипали глаза. Потом я стал работать в Дремовских очках. Они давали хорошую защиту, но их недостаток в том, что часть лица все равно открыта. Вот это щеки, лоб больше открыт. Поэтому я перешел на маски MAC. Но такой полнолицевые. Но тем не менее, я все равно не мог побороть это жжение. Что очень сильная химия щипала лицо. Я пытался различными мазями, кремами мазать. Такие специальные защитные. Они создают такую пленку на лице. И благодаря этому намного меньше щипит. Но все равно щипит. Я не мог понять, почему такое происходит. Вроде бы кремами этими я мазался даже на несколько слоев. Все равно очень щипит лицо. Но в этом году я победил эту проблему. Как я с ней поборолся, как я ее победил, я сейчас вам просто покажу. Давайте посмотрим. Какие я только перчатки не использовал. Такие резиновым двойное покрытие. Такие. Вот видите, после буквально сегодняшней одной обработки, каким налетом покрыт противогаз мой. Потому что от порыва ветра очень сильно летит в лицо инсектицид, препарат, которым обрабатываем. А как я победил эту проблему с жжением? А очень просто. Я стал работать аккуратнее. Смотрите, основная проблема, которой я несколько лет страдал. Берем, одеваем перчатки, разводим инсектицид, заливаем в аппарат. И что дальше? Этими же перчатками мы берем и одеваем маску. И в итоге вот здесь у вас на ремнях получается этот препарат отрава. И из-за этого у вас будет все жечь и щипать. А еще хуже, когда мы захотим почесать нос, почесать рот, шею. Жжение будет просто дикое у вас. Я уже не говорю о том, что бывает и в туалет сходим. Потом совсем проблемки. Все щипит, все жжет. Вот. Но на данный момент я пока работаю вот этими масками. Мне они больше всего нравятся. Я работал в противогазах. Сейчас на картинке их покажу. Но в них очень трудно работать. Когда жарко, в них просто очень сильно потеете. Когда холодно, вы в них мерзнете, и почему-то все равно голова потеет. Поэтому на данный момент я пока вот на таком остановился. Именно это я говорю по обработке от клещей. По другим мероприятиям дезинсекционным все-таки я предпочитаю 3М-овскую маску и 3М-овские очки. Мир Дес. Ну и, ребята, конечно, регулярно мойте свои противогазы, респираторы, полумаски, маски после обработок. Особенно это касается обработок от клещей. То есть все резинки старайтесь каждый раз, каждый день, вечером, если у вас были серьезные обработки днем, мойте мыльным раствором, там, ну, как обычно, посуду мойте. То есть тщательно промывайте все резинки, стекло, чтобы это у вас все было чистым, и тогда проблем с жжением лица у вас тоже не будет.